Добрый день. Сегодня речь у нас пойдет об электропроигрывателе Бердского радиозавода под названием Vega 122 Stereo. Значит, этот электропроигрыватель, Бердский радиозавод, знаменитый Бердский радиозавод, выпускающий обширнейшее семейство радиоаппаратуры под звучным именем Vega, выпускал с 1990 года. То есть уже на закате, в общем-то, эры советского радиоаппаратостроения. Вот. И, соответственно, вот получился такой неплохой, скажем так, по параметрам того времени электропроигрыватель, предназначенный для проигрывания пластинок граммофонных, или, как сейчас модно называть, виниловых дисков, значит, различного диаметра. От стандартного большого до, в общем-то, дисков миньонов небольших, маленьких. Также на нем, в принципе, можно проигрывать и мягкие монофонические грампластинки. Но это не его специфика, не его специализация, потому что это электропроигрыватель первого класса, как вы уже, наверное, поняли из названия, Vega 122S. Эксплуатироваться он должен с стереокомплексами Vega, в состав которых непременнейший должен входить усилитель, либо раздельный предварительный усилитель плюс усилитель мощности, либо усилительно-коммутационное устройство. Vega выпускала большой спектр вот таких усилительно-коммутационных устройств, или, как иначе называли, полных усилителей, в которых в одном корпусе заключен и предварительный усилитель, и, соответственно, усилитель мощности, а также необходимая для данного устройства, для данного электропроигрывателя необходимая вещь, такая как усилитель-корректор. Так как данный электропроигрыватель оснащен электромагнитной головкой звукоснимателя, вот можете ее здесь видеть, в данном аппарате применена головка звукоснимателя GZM-155-1, вот, очень неплохая магнитная головка звукоснимателя с алмазной иглой, предназначавшаяся как для аппаратов первого класса, так и для аппаратов высшего класса. В общем-то, имеющая достаточно хорошую частотную характеристику, минимальный уровень искажений. Так вот, в отличие от электропроигрывателей и электрофонов, оснащенных головкой звукоснимателя пьезокерамической, которая дает достаточно высокий уровень напряжения на выходе, магнитные головки, как вы знаете, они дают минимальное напряжение, измеряемое в вольтах, на выходе, собственно говоря, с самой головочки. То есть, и мало того, что оно, скажем так, минимальное по значению амплитуды, это напряжение еще и, это звуковой сигнал, поданный, с головки звукоснимателя магнитной, он имеет определенные искажения, то есть у него имеется завал в области низких частот. То есть если мы посмотрим характеристическую кривую данного звукоснимателя, то увидим, что, в общем-то, на низших частотах имеется достаточно сильный спад по децибелам характеристики. Вот для того, чтобы выровнять, соответственно, эту характеристику, привести ее к привычному человеческому уху, вот, применяется как раз усилитель-корректор. Небольшой блочок, входящий в состав усилительно-коммутационной аппаратуры, выполняет двоякую задачу. Первая его задача, как следует из названия, это усиление слабых электрических сигналов, подающихся от магнитной головки на вход усилителя. То есть, пройдя через усилитель, через предусилитель-корректор, эти сигналы усиливаются по амплитуде. И, соответственно, далее могут быть уже усилены остальными каскадами усилительно-коммутационного устройства, либо предварительного усилителя. И второе назначение этого усилителя-корректора – это, соответственно, корректировка, как следует из названия, снимаемого с головки звукоснимателя сигнала звуковой частоты. То есть там несколько подавляются высшие звуковые частоты и добавляется путем конденсаторно-имкостной цепочки, добавляется некоторый подъем характеристики в области низших частот. То есть мы получаем качественный звук. Вот. Как вы знаете, в Советском Союзе эталоном музыки всегда, эталоном качественной музыки, устройств для качественного воспроизведения музыки
всегда являлись почему-то вот именно электропроигрыватели, электрофоны. Очень ценилась эта вот головка с алмазной иглой магнитная. Кто имел возможность доставать импортный, был просто счастлив. Еще ценились венгерские головки. Это уже тема отдельного разговора. Здесь же стоит, как вы видите, отечественная головка звукоснимательная ГЗМ 155-1. Вот, это из последних разработок наших отечественных головок магнитных звукоснимательных с алмазной иглой. В общем-то, довольно неплохое качество звучания удавалось получить при использовании этой головки. Ну, давайте немножко вернемся к характеристикам нашего микрофона. Вот, и о нем поговорим. Значит, что из себя представляет данный микрофон? Проигрыватель EP Vega 122 Stereo предназначен для воспроизведения записи с грампластинок любых форматов. Аппарат может быть использован в составе блочных стереокомплексов, а также с различной звукоусилительной стереофонической аппаратурой, имеющей, как я уже говорил, корректирующий вход. В Веге EP-122S применено электропроигрывающее устройство G1001 польского производства. Можно у нас было применять польские, венгерские электропроигрывающие устройства. Собственно говоря, электропроигрыватель не оснащен никакими усилителями. Но внутри в корпусе из электрики только схема управления двигателем. Собственно говоря, вот такого класса электропроигрывателя состоит только из электропроигрывающего устройства. То есть, грубо говоря, в данной вертушке из отечественного у нас только корпус. Вот с этой прозрачной крышкой. Наша родная промышленность выпустила этот корпус с прозрачной крышкой. Ну, а такую прецизионную деталь, как электропроигрывающее устройство, вот вместе с AND-диском, с тонармом, с системами антискейтинга, в регулировке веса, в регулировке прижимной силы, с микролистом, вот здесь очень хорошо действующий микролист, автостоп и т.д. и т.п. Механизм, устройство регулирования частоты и скорости вращения диска стробоскопическое. Это все, соответственно, было сделано в Польской Народной Республике. Ну, и хочу сказать, сделано неплохо. Вот. А вот корпус скрипучий. Такой из не очень, скажем так, приятный скрипучий пластмасс. Вот видите, мы его пошевелим, он несколько поскрипывает. Могли бы сделать и получше, потолще. Ну, вместе с тем, внешний эстетический вид проигрывателя неплохо. То есть у нас, как всегда, задумывалось все, в общем-то, задумывалось как лучше, ну, а делали как всегда. Что у нас тут интересно? Головка звукоснимателя, как я уже говорил, электромагнитная. В аппарате имеется микролист и автостоп, который срабатывает по окончании воспроизведения грампластинки, в результате чего тонарм возвращается в исходное положение и проигрыватель отключается от сети. То есть тонарм возвращается на свою парковочную вот эту стоечку по окончании пластинки, и проигрыватель полностью отключается от сети. Это, кстати, не во многих проигрывателях такое применялось. В данном реализовано и реализовано достаточно на высоком уровне. Технические характеристики. Частота вращения диска 33,45 оборотов в минуту. То есть стандартная частота 33 оборота в минуту. Но изредка применяли диски на 45 оборотов в минуту. Соответственно, вот эти диски не так часто были распространены, но запись на них была несколько более высокого качества, благодаря более высокой скорости вращения. Для применения дисков с центральным диаметром большего размера, чем стандартный, в проигрывателе предусмотрена вот такая центрирующая вставка. То есть, если мы берем диск с большой дыркой в центре, то центрирующую вставочку ставим на диск электропроигрывателя и уже по ней выставляем пластинку. Ну, наша промышленность таких пластинок не выпускала, тем не менее, импортные пластинки с таким большим отверстием в центре встречаются, попадаются, бывают, продажи. Так, что еще по параметрам? Частота вращения диска, я сказал, 33,45 оборот в минуту. Диапазон воспроизводимых частот от 20 Гц до 20 000 Гц. Это имеется в виду на выходе с электромагнитной головки звукоснимателя. То есть, а что уже дальше с этими частотами происходит, зависит только от усилительно-коммутационного устройства, то есть от усилка, в каком виде они через усилок пройдя придут на колонки, и что с ними сделают уже колонки акустические системы, это зависит только от качества конечной аппаратуры. То есть то, что может этот проигрыватель, он, как говорится, делает, он выдает свои характеристики и параметры по частотной характеристике, по искажениям
и так далее. Вот, на далее уже дело усилительная аппаратура. Но свои параметры он выдает, достаточные для аппаратуры high-end класса тех времен. Коэффициент детонации электропроигрывателя минус 0,13%, то есть очень небольшой. Отношение сигнал-рокот, взвешенное значение, минус 64 дБ. Это, я вам скажу, очень неплохо для проигрывателя. Вот, то есть шумы двигателя, шумы механизма привода диска никоим образом не передаются на, или передаются в минимальном, скажем так, в минимальной пропорции на головку звукоснимателя. Потому как здесь применен комбинированный привод диска, значит, от двигателя диск приводится в движение пальчиком. Но это я вам отдельно покажу потом. Вот, потребляемая мощность от сети всего-навсего 6 Вт. Говорит, и 430 на 112 на 349 мм, вес каких-нибудь 4,4 кг. Ну и стоил этот электропроигрыватель в 1990 году 195 рублей. Напоминаю, средняя зарплата для тех времен составляла 160-170 рублей для служащих. Вот. Ну, грубо говоря, зарплата инженера. То есть проигрыватель стоил несколько дороже, нежели, скажем так, месячная зарплата, скажем так, инженера. Вот. Ну что пишем об этом проигрывателе в рекламном проспекте журнала «Радио» в том же 90-м году. Электропроигрыватель Vega 122 стерео предназначен для произведения грамзаписи с пластинок любых форматов. Он может использоваться в составе блочных стереокомплексов, оставив с любой звукоусилительной аппаратурой. Вот. Ну и в принципе остальное все то же самое, что я вам уже сказал. Вот. Значит, реклама в те годы, скажем так, была не особо распространена. И вот, собственно говоря, только в журнале «Радио» и рекламировались подобные вещи. Давайте посмотрим на наш проигрыватель в работе. Значит, как я уже говорил, головочка звукоснимателя, вот она у нас. В головке звукоснимателя применена сменная вставочка с алмазной иглой. То есть по факту износа иглы можно, не отвинчивая даже саму головку целиком, просто поменять вставку. В продаже такие вставочки попадались в советское время. Это сейчас их найти проблематично. Но раньше можно было поменять просто вот вставочку. И проигрыватель, скажем так, утративший свои свойства иглой, был, в общем-то, готов к работе. Значит, никакого сетевого выключателя в этом проигрывателе не имеется. То есть запуск его в работу происходит, и подключение к сети автоматическое, происходит после того, как мы возьмем пластиночку, возьмем какой-нибудь виниловый, скажем так, диск, и установим ее на мат, вот эта резиновая вещь, которая лежит на диске проигрывателя, называется матом. Вот, резиновая прокладочка. От ее качества тоже многое зависит от звукозаписи. Установим мат, на мат пластиночку. А вот, значит, теперь, значит, иголочка у нас в нерабочем положении закрывается специальным щитком, который мы аккуратнейшим образом приподнимем, чтобы она не повредилась. Алмазная игла вещь очень тонкая и нежная. Даже при случайном неаккуратном падении на диск она может сломаться, поэтому лучше всегда опускать защитный прозрачный экранчик на нее в неиспользуемом положении. Вот. Ну и, соответственно, тонарм на парковочной стоечке лучше всего фиксировать специальной защелочкой в нерабочем положении, чтобы он не соскочил куда-нибудь, не дай бог. Хотя его, конечно, придерживает микролифт, вот эта вот дуга, это, значит, собственно говоря, рычаг микролифта, вот, который позволяет плавно опускать пластиночку, на пластиночку головку звукоснимателя во избежание порчи иглы и пластинки. Вот, значит, и в нерабочем положении он, соответственно, поднят вверх и не дает тонарму опуститься ниже, скажем так, такого уровня, чтобы игла задела за что-либо. Вот. Ну, как вы сами понимаете, все сделано для того, чтобы не портить ни иглу, ни головку, ни пластинку. Поэтому опускать тонарм на пластинку вручную категорически, соответственно, запрещено. Вот. И, в общем-то, все это для нас делает автоматика, тот же микролифт. Значит, перед началом проигрывания пластинки неплохо бы убедиться в том, что скорость вращения диска, которая переключается вот этим кнопочным переключателем, 33 оборота, 45 оборотов. В отжатом состоянии 33 оборота, в нажатом 45 оборотов. Вот, неплохо бы убедиться, что скорость проигрывания диска, вращения, вернее, диска соответствует эталонной. Для этого применен стробоскопический индикатор скорости вращения диска. То есть, вот вы видите, по всей поверхности нашего диска боковой нанесены такие отметочки, вот, значит, которые соответствуют скорости вращения диска 33-45. Как его регулировать? То есть в процессе вращения диска здесь у нас загорается красная стробоскопическая лампочка. Вот видите, она горит.
И нужно, вращая расположенную рядом с ней головочку, добиться того, чтобы метки визуально как бы стояли на месте. Сейчас они бегут у нас немножко назад, да? Если мы покрутим этот диск, вот мы видим меточки, бег меточек замедлился, но пока еще не остановился, еще немножечко порегулируем, повращаем. Ага, вот мы видим, что меточки верхней соответствующей скорости 33 оборота как бы замерли на месте. Стробоскоп их зафиксировал. То есть при помощи стробоскопического регулятора мы установили эталонную частоту скорость вращения диска. Вот, как только мы вернули тонарм свою вручную на место, соответственно, у нас диск остановился, проигрыватель отключился от сети полностью. Возьмем пластинку, возьмем наш виниловый диск, установим ее на диск проигрывателя, подведем аккуратно головку звукоснимателя вместе с тонаром к интересующему нас фрагменту записи. В принципе, по дорожкам, по промежуткам между дорожками можно понять, какую песню мы хотим прослушать. Ну и после этого, убедившись, что колпачок с иголочки снят, вот посредством движения на себя вот этого маленького рычажка, мы заставим микролифт работать и опускать наш тонарм на поверхность диска для воспроизведения грамзаписи. Ну, конечно, перед этим наш электропроигрыватель должен быть соединен специальным неотъемным шнуром, вот он там сзади у нас идет, с усилительной аппаратурой. Посмотрим, как все это работает. Вот таким образом, значит, соответственно, у нас происходит проигрывание пластиночки. К сожалению, диск попался несколько пиленный. Как вы видели, произошло заедание очень огорчительно, значит, пластинки на какой-то, вернее, иглы на какой-то дорожке. Вот, давайте немножечко ближе ознакомимся с механизмами управления и регулировки положения тонарма. Вот здесь мы видим, значит, противовес, находящийся на, значит, заднем хвостовике тонарма. Регулированием положения этого противовеса вперед-назад мы добиваемся оптимального давления иголочки на пластинку головки звукоснимателя. Дальше регулятор антискейтинговой силы, вращая который, мы добиваемся того, чтобы минимальные были нагрузки на боковые канатки пластинки центробежные при вращении соответственно диска возникающие. Вот наш парковочный рычажок, вот, о котором я вам говорил. Ну и, соответственно, вот рычажок, посредством которого у нас производится опускание тонарма на пластинку. Сейчас мы это посмотрим немножко поближе, как это все происходит, как работает наш микролифт. Рычажок микролифта, вот он, видите, такой дугообразный. Давайте выберем какое-нибудь место пластинки ближе к окончанию, допустим, вот здесь, чтобы посмотреть, как работает автостоп. И опустим наш тонарм на пластиночку. Да, совсем плохой диск. Приподнимем, еще немножечко подвинем, опять опустим. Да что ж такое? Еще одна попытка. Ну вот, диск уже кончается. Сейчас мы увидим, надеюсь, увидим работу автостопа. По окончании записи на пластинке игла доходит до пустых канавок. Начинает двигаться в сторону центра пластиночки. Тут срабатывает, должен срабатывать
автостоп. Вот он срабатывает. Не хочет почему-то срабатывать. Ничего. Так, сейчас проверим, почему же у нас не захотел срабатывать автостоп. Давайте попробуем на другой стороне диска проделать эту же операцию. Так. Ну вот, прошу прощения, почему-то у нас не захотел сработать, но поверьте мне на слово, что автостоп в этом проигрывателе все-таки работает и полностью отключает его от сети. Вот. Ну, теперь немножко об устройстве аппарата. Сейчас я вам немножко расскажу, как организовано вообще вращение вот этого диска, этого замечательного польского устройства. Вот для того, чтобы добраться до механизма привода диска, мы снимаем мат, видим вот такой дырчатый диск перед собой. Вот, аккуратнейшим образом его снимаем. Вот вы видите, как выглядит наш диск. Он тяжелый, алюминиевый, но достаточно тяжелый для того, чтобы, так сказать, было равномерное вращение пластинки. И там мы видим с вами вот двигатель, от него через пасик вот производится привод вот этого суппорта, несущего нашего с вами диска. Вот, как бы, то есть вращается двигатель. Вот мы можем видеть, как двигатель вращается посредством пасика, передается вращение этому суппорту. Вот, соответственно, он уже вращает наш диск, на котором лежит пластинка. Вот, пасик здесь широкий, достаточно износостойкий. Вот, надо просто периодически протирать его спиртом, чтобы он не рассыхался, потому что достать эти пасики нынче проблематично, но его хватает, как правило, надолго. Вот, значит, вернем все это дело на место. Вот, и все-таки хотелось бы поинтересоваться, почему же у нас автостоп категорически не захотел работать. Сейчас попробуем небольшими регулировочками добиться корректной работы этого капризного устройства. Итак, мы вновь ставим диск на наш электропроигрыватель. Освобождаем тонарм, пускаем наш проигрыватель в работу. Надеемся, что автостоп сработает. Он пытается сработать, но что-то ему не дает. Что-то нашему автостопу все-таки мешает. Так, попробуем все-таки еще его немножечко отрегулировать. Так, прижим. Иголочки. Антискейтинг. Вот. Попробуем отключить от сети нашу электрушечку, сделать, так сказать, горячую перезагрузку. Вот, ну и вновь запустить ее в работу.
очевидно, тут что-то не все в порядке. Я немножечко разберусь и, соответственно, продемонстрирую вам работу автостопа в действии. На этом тогда будем считать, что наш сегодняшний рассказ окончен. Спасибо за внимание. Всего доброго.